Наводку расчет в укрытие. При работе непосредственной близости от наших войск, соответственно, во-первых, мы сами знаем, где наши войска находятся. И второе, соответственно, начальник всегда продублирует, что, ребят, аккуратней. Вот. Ну и стараемся первые выстрелы делать чуть ближе, ну, поглубже к противнику, подальше от нас, а, соответственно, сами корректировщики уже потом вводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить. Работаем сейчас на дальнобойном орудии «Гиацинт 236». Снаряд большой, тяжелый, то есть он поражает большую площадь, разряд осколков у него до 450 метров. Поэтому это можно как и живую силу противника поражать, так и высоко бронированную, то есть танки. Чаще используют нас как контрбатарейную борьбу. Вот, то есть дальнобойную артиллерию засекают, если вот нам, соответственно, придут координаты, вот работаем по ним. По пунктам управления противника работаем. То есть у нас дальность позволяет работать на такое. Вот. Ну и в непосредственной близости от наших войск, если, соответственно, необходимо, а остальные подразделения заняты ведением огня, то, соответственно, тогда мы отрабатываем. А были случаи, когда с первого выстрела были поражения? Да, у меня был такой случай. Начальник назвал это артиллерийское счастье. Попал с первого выстрела по миномету. Уничтожил миномет и минометный расчет. Как это было? То есть... Пришла цель миномет. Нам дальности не хватало. Стреляли активно-реактивными. Запас маленький был, 4 штуки. Как бы сообщили о том, что осталось 4. Нам сказали, ну, надо его шугануть хотя бы. Вот. Произвел расчет установок. И, соответственно, выстрел с первого выстрела попал. Вот что это такое, случайность? Ну, доля вероятности, конечно, есть там случайности, как же нет. Поэтому называется артиллерийское счастье. Плановая цель – это место, которое мы уже знаем, где находится противник. И, соответственно, как нам только говорят, что противник в этой точке, мы, соответственно, наносим туда огневое поражение. Года 3 назад я еще даже себе представить не мог, чтобы работать на таких системах. У нее свои задачи, эти задачи нам тоже необходимы, поэтому очень хорошо, что у нас есть такие системы, и КРАДы, и Д-20, и Гиацинты. Каждая батарея выполняет свою задачу по своим целям работы, по своим дальностям. И у нас теперь получается многорубежное огневое поражение. То есть каждая батарея по своему рубежу работает.